Дима, про счастье. А чё вы включили? Ой, у меня столько Дима, нахрена ты уже включился? Вы можете в миссии закупиться. А что нужно делать? Убивать их? Я еще не знаю сам, что делать. Нет, а у них раз загрузка. Сейчас липучками застирать. А, нет, тут велосипедисты даже липучками попадают. Так, твою мать. Могу промахнуться. Вот теперь нужно уничтожить дилеров. Нигеры живут спокойно, когда... А у меня загрузка! А, вот. Я думал, я забагался. Господи, чуваки зимой ездят на велосипеде. Такие же дебилы, все я. Норм. Я к следующему поехал. Мазафака. Блин, ну как всегда, вы там уже всех валите, а меня, конечно же, в бункер закинуло. Да куда они сваливают? И за ним пойдем, погоди меня. Войдите в дом. Сейчас войдем в дом. Кстати, за мной это... хвост. Осторожнее. Куда входить? Наверх! Так, а в какой дом надо войти? Он отмечен на карте. Оу. Он рядом с вами, что ли? Да. Сразу... У нас есть супер игра про спецназ. Сейчас я тачку возьму свою. Ну, тут наши знания в Сидж пригождаются как никогда. Сумка русского. Ищите сумку русского производства. Русского производства. Вот сейчас нас спасло тот факт, что я себя покрываю спину, товарищу. Так, а где что нужно сделать? Мы уже забрали. А, окей. Давай на твоей машине, Денис. А. У меня какой-никакой армор. Может ко мне, у меня быстрее? Я бронирую. Нет, здесь армор нужен. Поехали. Зачем? Потому что они сейчас будут нас преследовать. Это раз, а во-вторых, как обычно, груз виден на всю Ивановку. Ой, блядь. Вот это они, сука, меткие. Да, они жесткие, уезжай от них. Тоже быстрее. Чего у тебя точка на карте отмечается, а GPS тебе отмечается, у меня нет, я тут. Блять, чё за NPC ты конченый, дебил, куда ты едешь? Балоса, Дим. Нет, Балоса, Рома, нет, это гражданский, который, блять, просто меня снес. А. Ну, не знаю, меня угонится, я понял. Ой, тут дура, слишком много лошадей под капотом. Стойте, подождите меня. Так, а какая разница, главное просто провести пораньше. Ну, я как бы снимаю прохождение, ничего, да? Но... Если я буду просто кататься... Ну так потому что мы четкие и дерзкие. Ладно, я даже сбавил. Не нагоняют при этом. Ты помни, назад я из этого счастья строить не могу. Не переживай, я поэтому лучше боком пристройся. Начальник, я не обсчитался. Что странно. О, я уже на карте Рома вижу. Все равно нас догоняет, может потихонечку сгоняться. Нет, под такую погоню нужен саундтрек из Mad Max, а не новогодние песни. Mm-hmm. Денис, это не тот саундтрек, который мы ищем. Но поближе. Что здесь происходит? Я просто пытаюсь переключить радиостанцию, при этом никуда не вырезаться. Можешь сам поиграться с радио, мне некогда.
А где Дима? Здесь. Окей. Нет, я понимаю, что здесь. Мы типа тут везем. Кто здесь? Где здесь? Да? Ну а я что сделаю, если меня закидывают сюда в бункер? Это музыка из этого, по-моему, из старт игры, да? А? Что? Это музыка из старт игры, по-моему, да? Да, именно поэтому я ее оставил. Ну, я вовремя, как всегда, включаю. Добавили бы какую-нибудь русскую радиостанцию, было бы зафигеть. Что была. А, я видел, как машины просто заспавнились. Да. Это норма, синхронизация здесь идеальная. О, какой-то трек прикольный. Что за радиостанция? По крайней мере. Вот Санта Срок. Как я уже говорил, одна из трех самых прослушиваемых у меня. Я уже устал жать W. Чего-чего? Я устал жать кнопку W. Стоишь мне спичку. Просто напиши прогу. Да, из-за так механики сложно вставить прогу. Прогу на C++, которая будет тебе топить W. Зачем на... Зачем на плюсах? Можно на шарпе. Здрасте. На ассемблере. Да на изи. На PHP. Да на изи, серьезно. Сразу на двоичном коде. Вы сомневаетесь в моей мощи, мрази? Я немного сменил род деятельности. Мне проще собрать устройство с удаленной сигнализацией отправки мне смс, когда у меня скорость падает меньше 60 км в час. Ой, остановился. Ну, потому что нам надо было поворачивать. Да. Я к пафосному развороту не вышло. Твою мать, я не могу развернуться. Заносит. Можно было просто сделать вот так. Чем сесть дорогой? Охеренно. Окей. Okay. Вам помочь, пари? Пари, вам не, помочь? Ты сам. Ой, этот прилетел под конец. Так, не газовать, когда стартуешь. Давай, да, ты не будешь жать педаль в пол. Мне кажется, что хоть подключить все-таки надо. Охеренно, и Дима там такой летает. Вы доставили сумку. Все вчетвером активно доставляли сумку. Активно доставали, а здание это как мы вчетвером защищали. Да. Ну, я...